Я не могу сказать, что это отсроченные отеки. Вероятнее всего используется гиалуроновая кислота, которая, безусловно, обладает гидрофильными свойствами. То есть она притягивает воду. Есть определенные, так скажем, препараты, которые сшиты таким образом, что они не будут тянуть на себя воду. Вот для каких-то деликатных зон, зон вокруг глаз, еще каких-либо зон, где мы боимся отеков, лучше использовать вот такого рода филлеры. Что касается обычной гиалуроновой кислоты, то это ее способности. Таким образом, вводя гиалуроновую кислоту, мы действительно увлажняем кожу, потому что, в общем, это известно, что одна молекула гиалуроновой кислоты будет тащить порядка 150 молекул воды. Поэтому это не отсроченные отеки, а это просто свойство данного препарата.